здесь у нас очень уютная, просторная, красивая спальня с красивой мебелью, с красивыми кроватками, все новое, все постельное белье, все новое, шкафчики для белья. В новых яслях улыбка, все готово к открытию. Мебель новая, игрушек много, для малышей раздолье. Они уже по-хозяйски все осмотрели. Мы хотим выйти на работу. Бабушки, дедушки тоже у нас все работают пока. Поэтому оставлять ребенка иногда вообще не с кем. Так что очень удобно, что у нас появился такой прекрасный сад. Всего в Авоже работают 3 детских сада, новому 4-му в селе очень рады. Впервые появилась возможность разгрузить детские группы, а освободившиеся площадки переформатировать. Например, для детей с инвалидностью. Таких детсадовцев в Авоже около 50. Освобождается одно помещение, которое мы планируем для открытия комбинированной группы для детей с ОВЗ. В одном из детских садов 2 группы ясельных находились в ветхом деревянном здании, которое было построено еще в начале 70-х годов. И вот благодаря введению этих яслей 2 группы у нас переходят из этого деревянного здания, и 2 группы мы набираем вновь. Новые современные ясли – это 4 группы, каждая рассчитана на 20 малышей от года до 3. В Удмуртии такие строят по нацпроекту «Демография», который инициировал президент страны Владимир Путин. За 3 года в городах и районах уже сдали 51 объект. В этом году у нас 14 детских садов предполагается к открытию. Уже на сегодняшний день можно сказать, что ситуация с очередями у нас значительно улучшилось. Вот в Авожском районе мы видим, что у нас теперь 0. У нас уже 20 муниципалитетов закрыли полностью эту проблему. Сейчас самые такие точки, где еще достаточно много детей стоит в очереди, это город Ижевск и Завьяловский район. В общей сложности пока еще более 2500 мест потребность. А в небольших селах и деревнях, где детей немного, будут строить так называемые социальные объекты нового типа. То есть под одной крышей будут соседствовать, например, ФАП, клуб и мини-группа для десятка дошкольников. Подобный проект уже работает в деревне Аксакшур в Малопургинском районе. Елена Обуховская, Юрий Дроздов. Новости.